Всем большой привет! Сегодня будем красить пасхальные яйца луковой шелухой самым быстрым способом. Ничего настаивать, процеживать, заранее отваривать не нужно. Всего за 10 минут яйца становятся кроваво-красного цвета. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Берем старенькую кастрюлю, которую будет не жалко, если окраситься, и наполняем ее доверху луковой шелухой. Чем больше шелухи, тем насыщеннее получится цвет. Затем промываем луковую шелуху от пыли холодной водой. Дальше смачиваем ватный диск столовым уксусом. Тщательно протираем им каждое яйцо и выкладываем яйца сверху на шелуху. Именно благодаря протиранию уксусом яйца окрасятся быстро, ровно и красиво. Заливаем яйца полностью водой, которая должна быть такой же температуры, как и яйца. Добавляем столовую ложку соли. Аккуратно закапываем яйца в шелуху. Накрываем кастрюлю крышкой и отправляем на плиту. С момента закипания варим яйца 10 минут. Следим за тем, чтобы они все время находились в отваре под шелухой. При этом стараемся не задевать яйца ложкой, иначе могут остаться царапины. В процессе варки огонь должен быть медленным, чтобы яйца не потрескались. Через 10 минут достаем яйца из кастрюли. Погружаем на несколько минут в холодную воду. А затем выкладываем на бумажное полотенце и даем полностью высохнуть. Остывшие сухие яйца по желанию украшаем пасхальными наклейками. Для удобства в работе используем обычную швейную иглу. Вот и все. Красивые красные яйца на пасхальный стол готовы. С наступающим праздником Пасхи! Мира и добра! Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.